Hey guys, с вами Шимки, мы продолжаем радиоиру по названию The Last Fate. 68 вообще процент не прибавляется. Вообще проценты не прибавляются. Чё за бред? Так, ну тогда мы отправляемся с вами сейчас в топь. В глубины пойдем тогда в последнюю очередь. Путешествие. Так, ну, ближайший-то вот это. Подожди, а там какая-то вот платформа есть? Ай, ладно, пусть. Так, здесь у нас ведьмы с взрывчатым веществом. И стреляющие шариками челики. Крабики. Топные челы. Челы из топи, челы из топи. Массивное дерево. Я не знаю, не понимаю, это камни типа или кости лежат. Раз, два, три. Идем в желтую локацию. Я думаю, в этой серии мы уже с вами дособираем все остальное. Так, а что здесь у нас было хотя бы? Стреляющая хрень. Да, вон есть проход. И как раз здесь я, по идее, смогу подняться наверх.
Так, все, по идее, я отключил пушку. Двойная угроза Блэкхолла. Легендарное оружие Льюис Блэкхолла. Каждый ствол, который символизирует одну из двух башен Лрима. Эти пистолеты созданы с применением полутемной руды и некрукса. Они будут служить вечно, даже в руках недостойного столь привилегированное оружие, несмотря на родственные связи. Это, кстати, пушка той бабёхи, которую мы последнюю победили. Препоследнюю. Так. Так, спуститься, засейвиться. Наш типа челик плавать не умеет. Так, ну вниз мы уже падали с вами, там мы уже внизу погибали. Лечебная кобура, отлично. Лечебная кобура, погнали к призраку. Я так не понял, я квест выполнил, это бабик или нет еще? Сколько нужно кукол отдать этой бабюхе? Черт, чего ж? Мне нужен чертеж. Нашли мои игрушки. Откажи найденные игрушки радостно на сердце. Спасибо. Надеюсь, вы найдете еще. Вы все их нашли. Я перед вами долгу, сир. Прошу, возьмите.
Руда. Но мне не с кем играть. Мне жаль, малютка. Молюсь, чтобы ты снова обрела утешение и радость. Я так рада, что мои игрушки снова со мной, они мои друзья. До этого тут были только призраки, но лично я ни одного из них до сих пор не видела. Слышала, что существовали линзы, чтобы видеть этот феномен, и что они куда-то ведут, словно карта. Но куда именно, я сказать не могу. Жаль, что у меня нет. Такой нет. Что же это за линзы? Я не знаю, но кажется, у меня появилась прекрасная идея. Я бы хотел заметить такую линзу и видеть, чтобы видеть свои призрачные друзья, возможно, тогда мне было бы не так одиноко. Я знаю, где тебе будет безопасно. Иди в особняк. Господин, вы слишком добры. Молюсь, чтобы однажды мы встретились снова в менее темном мире. Желаю вам удачи. Так, и чё, ради вот этой сраной руны, руды, которая мне нахрен не нужна? Я вот это всё делал? Печаль, беда. Печаль, беда. Но она, по идее, теперь будет в особняке, может, она будет с той девчонкой гулять, и будет теперь не одиноко. Так, все, это можно убрать. Так, а дальше у нас как раз начинается там, где эта хрень была, да? С призрачной картой. Давай поднимемся наверх. Заберем то сокровище, которое я поставил метку. Так, я же сюда иду, правильно? Да, сюда. Так, подожди, пока я не пошел вверх. У нас внизу еще есть дверь закрыта. Что за закрытая дверью? Там есть комната какая-то. И закрытая дверь. Это спуск сюда, и все. А это что ниже?
башня Гидры. Приносит. Да ёлы-палы, да в смысле? Да иди ж ты в жопу. Ой, блядь. Ты издеваешься. Пипец. What? What the fuck? What the F? What the F? Я охренею. Я прошел, я почти прошел, но нет.
Да, да уж. Это было жестко. Когда на лол хп ты просто не можешь убить босса. Черт, ты по мне Тихо-тихо, давай-давай, хилься. Хотя он водный, может для них слабость будет лед. Давай лед попробуем. Давай попробуем лед. Какого черта ты по мне попал?
Ай. Сраная гидра. Но это второй тип босс, не обязательный. Кошмар развеян. 45 тысяч. Сюда. Я что-то получил. Особняк семьи Эскас. Левый глаз Экска. Никакое положение в обществе или должности не могут оградить сердце от достижения порока. Старость, сотканная из невзгод, используется в качестве отправленной точки. Глава прихода Юнас потерял свое доверие и сокрыл в себе еще больше отвращения к тому, кто мог смотреть за вуаль. Униженный и опасному. Так, хорошо, и что я в итоге... это вот как раз тот самый проход. Говорят, что с помощью этого можно видеть правду. Окей, это типа для истинной концовки? Да? Понятненько, понятненько. 63 тысячи. Да, боссик сложный. Ну, как он не сложный, но он просто очень мало в себя впитывает урона. Просто нереально мало. Ну, потом одолели его. Теперь осталось узнать, ну, скорее всего, глаза мне нужны для того, чтобы финал получить хороший, да? Шестьдесят три тысячи. Так, в особняк. Прокачиваться. Я больше не одна. Это прекрасный миг. Я счастлива. Это не призрак, а еще одна девочка, прямо как я. Но наш призрак. Дорожайший господин, я больше не одна. Теперь я могу пойти новым путем. Прямо как вы, Эрик. И все же ваш из серебра отмечено предмечением моего замысла. Вам стоит покинуть Эрлим. Говорят, за городом есть путь, полный тайн. Добрые вести. I am no longer alone. There is no dearest me, just a good tidings. Эй. Ладно, пойдем печень отдадим бабёхе. Погнали, отдадим печень. Премного благодарна, дорогой, я чувствую ее неприемную силу. Ах, однако боюсь, что ее потенциал еще не полностью познан. Твой поиск еще не закончен. Короче говоря, еще где-то должна быть одна печень. Но у нас на самом деле осталось не так уж много локаций.
нас осталось только, по сути, подземелье с вами. У нас осталось вот это место, не изучено до конца. И подземелье. И все. Вроде бы больше нигде ничего не было. Все двери вроде бы открыты. В ледяной локации мне еще осталось только понять, где находится то место, которое мне надо. Что 3000 это где-то уровней 4. Так, сколько следующий левел стоит? 16 тысяч. Или там 1600 было написано. 16 тысяч, скорее всего. У меня еще чертеж этот нужно найти сначала. Три дадут. Плюс один. Но мне теперь хпшки больше дают. Целых три за раз. Или хпшку вкачать. Или разум. Босс был. Давай, ладно, немножко еще полазим, поисследуем. Или закончим на этом. Ну да, финал, скорее всего, где-то в этой локации, церковь Катерины. Еще здесь, в зимней локации, надо найти где-то последний череп. Затопленный склеп. ХПшку мы прокачали нормально, так. Так, все, возвращаемся. Возвращаемся. Так, пойти на своих двух. В ней самый. А, тут, в принципе, телепорта и нету. Да, да. Давай в самый низ. Что у нас хотя бы там было? Вот что там было. Вот мы способность получили.
О, нифига себе. Значит, мне еще два герба надо найти где-то. Хо-хо. О, ну на что? Ни хрена себе. Найди два герба, чтобы всунуть туда. Ну, скорее всего, там как раз находится еще один мини-босс. Либо сокровищница. И что еще там может быть? Все, я проверил, что здесь ничего нет. Так, теперь идем, получается, сюда и идем к той двери. Записка Эдвина. Я так близко, чтобы забраться от того, что причитается мне по праву. Меня тянет к двери за ней тайны и наследство, скрываемое от меня моей гадкой семьей. Довольно. Значит, тут герб, да, лежит? Нет, не герб. Ёлы-палы. Вроде бы. Подожди, у нас здесь еще дверь открыта. А что это за той дверью было? Там был череп, там головоломка была. Все получилось. По идее, все исследовал. Остался только собор, где жопа какие челы сильные. Давай, получается, сюда телепортируемся вниз. А я не знаю, там знак вопроса уже стоит. Или уже там забирал? А-а-а, сейчас буду вспоминать. Ну все.
Покидаем это место. Итого, у нас остается два герба, которых надо найти. Один черепок, где-то он должен быть в ледяной локации. Ключ. И все. Ну, в душе не чаю, где мне это искать? Где я должен искать, чувак? Серьезно? Окей, мы нашли, походу, оно. И это не оно. А, тут двойной... Двойной секрет. Дай. Дай череп. Наконец-то. А я думаю, что это за беспонтовый телепорт такой? И все, последний. Пойдем на кроватку ляжем. Я ж надеюсь, там просто проход будет без босса. Если с боссом, я тогда закончу около сейва. А чё чертёж? Я надеюсь, там будет чертёж, кстати. Скорее всего, там не будет он. Скорее всего, чертёж последний будет в этом. Как он называется? В церкви. С большой вероятностью. Большой вероятностью. Босс или не босс? Босс или не босс? Босс или не босс? Надеюсь, не босс. Походу, босс. Если будет сейчас... Сейчас будет сейф? Нет, все отлично. И... Сколько это сундуков? Поехали. Первый. Хрень. Второй. Разлом крови. Говорят, разлом крови создали, чтобы поглощать и кристаллизировать кровь жертв. После того, как великие битвы унесли тысячи жизней, внешняя оболочка раскололась, обнажив клинок чистой боли. Если верить легенде, эфирный орден давно хотели привить силу этого клинка людям. Так, есть... Ц-е-е... Дальше.
Херня. И последний. Хрень. Все, закончили мы с этим всем. Осталось, получается, нам найти два герба, которые нужно там потом будет поставить. И, скорее всего, там либо сокровище, либо будет еще один босс, в котором мы получим еще один глаз. Или вай хрен знает. На левел даже не хватает 15 тысяч, стоит следующий уровень. Так, ну, в принципе, как-то так. Да. Давайте, думаю, на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подпишитесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.